льется все время. Ноября жители пятиэтажки по адресу Солнцева 7 увидели в своем подвале вот такую картину. Серьезное подтопление и нескончаемый поток воды. Трое суток помещения в водном плену. Как итог, вся техника, мебель, детские коляски, санки и многое другое пришло в негодность. В ЖИЛ мне сказали, не переживайте, что-то решат. Я ведром не пойду воду выливать. Я говорю, ну хорошо. Я звоню 13 числа с утра в ЖЭО. В ЖЭО говорят мне, не переживайте, все решится. Я звоню в администрацию железнодорожного района. В администрации мне говорят, звоните диспетчеру железнодорожного района. Я звоню диспетчеру железнодорожного района. Диспетчер мне говорит, должны управляющая ваша компания Петровская должны были дать нам заявку. Как итог, этот круговорот звонков никуда не вывел. Спустя пару дней приехала аварийная служба и откачала воду. Вот здесь, если двери открывали, оно все туда просто. Ну тут вообще невозможно было зайти. Тут вот, вот видно же, все мокро. Все мокро. Тут столько было воды. Тут видно. И по всему дому, вот представляете, какое было количество воды просто по всему, вот какой дом. Там вообще все затоплено было. Страх жильцов был и за вещи, и за бойлерную мог замкнуть свет. Теперь остаются два нерешенных вопроса. Когда высушат подвал и кто понесет ответственность за причиненный ущерб. За этим мы обратились в управляющую компанию этого дома. И еще обязательно вернемся к этой истории. Дмитрий Дроздов, Алексей Фризин. День с толком.